Друзья, сегодня у нас зарядное устройство Орион. Газрахманович сказал, что что-то не заряжает, он не работает. Хотел свою машину. Аккумулятор вернее на своей машинке подзарядить, но ничего не получилось у него. Вот в родной упаковке. Довольно-таки достойный у него вид. То есть Газрахманович аккуратно пользуется. Тут утерян регулятор громкости. Установки тока. Сейчас будет вскрытие, посмотрим, в чем проблема здесь. Вскрытие показало то, что неисправен один из транзисторов был. А транзистор у нас был S2335. Ты его так вот установил. Это у нас рабочий транзистор. А другой был полностью коротко замкнутый. Нашел полный аналог. Это 13007. Два транзистора. Какой из них был сгоревший, я уж не помню. В смысле, здесь стоял. По-моему, тот, который в этом плече стоял. Вот он был сгоревший. Провел конденсатор заодно попутно. Вот эти подозрительные. Они нормальные оказались. Даже не то, что нормальные, в отличном состоянии. Но причина, скорее всего, была не работа или как-то. То, что не работало, причина была у нас неисправный транзистор. Сейчас я установлю, раз уж пока не установил, показал все это дело. Сейчас повторюсь, то, что это у нас целый, я его оставил просто как образец, и чтобы было. Ну, вот, подключил. В качестве нагрузки я использую лампочку. Регулируем ток. Ток у нас регулируется. Ну, так как лампочка, он до 5 ампер только доходит, и все. Так как у меня нет аккумулятора, я не могу проверить полноценно. Вот это дело все. Ну все. Сейчас соберу блок. Будет передаст Газрахмановичу. Он сам уже проверит потом на своем аккумуляторе. Все, контрольная. Карлосом набирает обороты. Контрольная проверка перед сдачей. Сейчас еще раз покажу. Регулируется ток. Ну, опять-таки скажу то, что у нас пока здесь только в качестве нагрузки лампочка. С аккумулятором уже сам Газрахманович проверит. Сейчас, кстати, посмотреть надо, почему Карлсон так начал работать. Причина работы сам Карлсон. Чуть-чуть там поджал его, ну, видать, менять нужно его. К сожалению, не под рукой такого Карлсона. Поэтому ставлю так, может, разработать. На этом все, удачи и до следующих видео.